В целях упорядочения деятельности владельцев маломерных судов на территории Гагарского района вводится абонентная система. Более подробную информацию в интервью нашей программе рассказал директор муниципального унитарного предприятия «Курорт Гагра» Алхас Варцис. Мы находимся в преддверии летне-курортного сезона. Хотелось бы обратиться к предпринимателям и жителям города Гагра заблаговременно подготовиться к летнему периоду и к принятию туристов. Отнестись с пониманием к требованиям ведения туристической деятельности на территории города Гагра. Следует отметить о некоторых нововведениях. В связи с неоднократными жалобами, поступавшими в прошлый летний сезон, о том, что имеют место нарушения на море со стороны водителей маломерных судов, собранием Гагарского района было принято решение о введении абонемента на право пользования техническими зонами, предназначенными для въезда и выезда в море. Что из себя представляет абонемент? Абонемент – это разрешительный документ, позволяющий въезжать и выезжать на любую техническую зону для высадки и для принятия туристов с пляжа. В данных техзонах купание запрещено. Техзоны будут обозначены специальными табличками. Предприниматель, владеющий техзоной, берущий ее в аренду, не сможет и не имеет права препятствовать краткосрочной, кратковременной стоянки на данной техзоне. Абонемент выдается муниципальным унитарным предприятием «Курорт Гагра», которое находится в здании администрации на первом этаже. В связи с началом летне-курортного сезона просьба всем предпринимателям и владельцам маломерных судов явиться в администрацию для составления надлежащей документации. Также МУП «Курорт Гагра» производит набор спасателей на летний период. Всех желающих просьба явиться в администрацию, где непосредственно ГИМСом будет производиться обучение данных спасателей и повышение их квалификации. Директорам туристических фирм также следует явиться в администрацию, конкретно в управление по курортам и туризму, для того, чтобы они могли написать заявление и получить разрешение на вид деятельности. Заявления принимаются до 1 июня. Убедительная просьба к предпринимателям, сдающим жилье в частном секторе, не препятствовать агентам курортного сбора, взимающим плату с туристов. Данная плата в 100% размере поступает в бюджет города Гагра и на развитие инфраструктуры района. Желаем как гражданам, так и прибывшим проведения достойного летнего периода, и мы надеемся на благоприятный сезон.